Ну да. Вынужденное заключение. В Томске 5-летняя медведица Маня уже неделю живет одна на территории заброшенного рынка. Из-за долгов бывшего приюта, который там раньше располагался, медведица находится буквально в заложниках у хозяев территории. Сейчас животных бывшего приюта перевезли в Челябинск, а Маню перевезти не смогли. Волонтеры Томска как могут подкармливают медведицу. Ну, вот ухаживать за таким диким зверем очень сложно. Пользователи соцсетей организовали уже спорсредств для перевозки Мани в Челябинск, а также им придется заплатить более 200 тысяч рублей. Это откупные в счет долга бывшего приюта, хозяйка которого умерла еще 2 года назад. И проблема осложняется в том, что медведю такого размера и возраста необходима куда большая клетка, иначе она может просто умереть от недостатка физической деятельности. Да и ко всему, уход за медведицей необходим, чтобы осуществлял квалифицированный персонал, иначе животному осталось жить считанные дни.